Прекрасное доброе утро, мои дорогие. Это утро следующего дня. И сегодня я проснулась, вышла, и что я увидела? Нет травы на участке Эльвиры, так как вокруг этой дорожки была трава. Убирают они эту траву, значит, будет новая. Пока все исчезает. И здесь в уголочке стоят туи, закупленные этой фирмой, стоят в горшках, значит, их будут высаживать. Вот такое вот удивительное для меня утро. Вышло, и опять чего-то нет. Внизу стоит машина, поэтому очень удобно. Всю траву они сразу выбрасывают в кузов машины. Наверное, года три назад здесь все перепахали, убрали все камни, все выровняли, и были у Эльвиры наложены готовые ролики зеленой травы. Было очень красиво. Но все повысыхало, мох, и стало, конечно, некрасиво, и Эльвира решила здесь сделать новую зеленую траву. Посмотрим, как они будут это делать. Или сеять, или это опять будут ролики травы. А сейчас погода прекрасная, солнечная. И они тяпкой убирают только верхний слой этой травы. И пахнет землей. Здорово. У них там радио специальное строительное, так что работают под музыку. И работа идет весело и быстро. Молодцы. А вот он, музыкальный инструмент, радио. Вот, мои хорошие, так это выглядит сейчас без травы. Все они аккуратненько убрали. Радио. А здесь наш Левушка тоже наблюдает. Я такого радио никогда не видела. Молодцы. Молодцы. И погода им в помощь. Молодцы. Я уверена, что все будет очень-очень красиво. Птички чирикают. Из-за машин, конечно, не так хорошо это слышно. И хочу вам сказать, когда же мне заняться моим участком, если у соседей такое происходит? Посмотрите, мои хорошие, кустики ровно подстрижены. Но Эльвира так захотела. Вы видите, что здесь они, конечно, повыше, а под этой большой елкой там они и дальше идут чуть-чуть пониже. Поэтому пришлось им подстричь вот такой вот волной. Не захотела Эльвира, чтобы эти кусты были совсем низко срезаны. Но это право хозяйки. Молодцы. Молодцы. Начали высаживать туи. Старые убраны, а теперь новенькие займут их место. Привезли они теперь землю на машине и вот тележкой набирают в телегу и здесь высыпают. Посмотрим, что будет дальше. Вот так это выглядит. Землю разровняли и семена посадили. Так что травку посеяли, будет теперь расти. Все очень красиво и аккуратно сделано. Молодцы! Колокола, мои хорошие, слышите?
на нашей церкви. Какой красивый перезвон. Ну вот наша магнолия. Распускается, был дождик, осыпается, но тем не менее красота необыкновенная и аромат. Такой аромат. И уже маленькие зеленые листочки. Ивушка-красавица. Левушка на солнышке бегает. Семена засеяны. Все полили. Хочу вам показать. Здесь хочу показать. Новые елочки туи посажены. Тоже они их полили водичкой и подстригли. Так что теперь все будет отрастать. И потом на этой высоте больших кустов подстригаться. Выполнена огромная работа. Справились. Все подмели. Все за собой убрали. Красота. Молодцы. И, конечно, наша Эльвира тоже молодец, организовала такую работу. И все сделано. Вот такая красота. А работа сделана за 1,5 дня. Вчера после обеда и сегодня, ну, до вечера. Молодцы. Молодцы. Приятно смотреть на такой участок.